Поехали. Всем привет, друзья! Сегодня смотрите, какое крутое место мы нашли. Трансформеры на лаве будут путешествовать. У нас появился Good Bill, новый трансформер танк с мечом, тут десептикон. Он очень нам нравится. Ну, эти три знакомых трансформера, которых я вам показывал в первой серии. Неправильно назвал Родимуса, это Виру. Я просто еще не знал. А потом узнал, что это Виру. Так, ну давай теперь с вулкана покажем их поближе, а то их... они в крутом красном свете стоят. Мы подумали, что они как будто как на вулкане будут выглядеть. Да, а сейчас я буду Гиона покажу вам в виде танка. Ну и этих знакомых нам соберу. Начну с Таунвейва. Это который легко и просто трансформируется, да? Да. Саундвейв и Бамблби легкие, а Глобион и Виру немного посложнее. Кто будет следующий? Бамблби. Я не могу до него дотянуть. Сейчас достанем Бамблби. Бамблби, это мой самый первый, самый любимый трансформер. Это мой самый первый. Дальше у нас Виру. Уже несколько раз мы его показывали и еще разок покажем. Он клевый. Ну да. И нам нравится. А Буд Геона мы еще ни разу не показывали. Мы его только сегодня купили. У нас еще в прошлый раз мы хотели снять видео. Но у нас было мало интернета, и мы хотели снять длинное видео, но у нас закончился интернет, и мы снимем в следующий раз, когда интернета будет много. Да, только не интернет, а места на телефоне нам не хватило. Места на телефоне. Потому что было очень много я снято читаю, всяких я видео. Я не могу в перчатках. Ну, сними перчатки и быстренько хорошо трансформируй. Потому что Блуд Геона придется нам без перчаток, я думаю, да, трансформировать. Легче. Вот такой крутой вертолет. Ставь его на место, друзья. И сейчас наш новый трансформер Десептикон. Блуд Геон. Смотрите, какой он крутой. На лаве. Сейчас покажу. И он трансформируется в танк. Вот, а еще мы узнали, что... какой крутой. А еще мы узнали, что его имя переводится как... Дубинка. Да, с английского на русский это дубинка. По-моему, прикольно. Ну давай трансформацию сделаем. Смотрите, разоединяем ноги. Сними перчатки, а то ничего из-за перчаток не видно. Нет, перчатки сними. А, ты уже все? Готово так быстро? И меч такой еще. И меч у него такое оружие. Да, ну можно так, по-моему, крутяцкий у нас сегодня выпуск, правда? Да, можно на меч еще наверх приделать. Да, мы придумали, куда его воткнуть. Ну, вот так вот. Вот так вот. Ну, по-моему, здорово получилось. Да. Сегодня всем пока. Как они сражаются? Сражаются? Да. Ну, давай, пусть посражаются немножко. Итак, вперед. Так. Быстро. Пока что, знаешь что, давай пока-пока, а то у нас опять места не хватит. Пока-пока. Все, а в следующий раз мы снимем, как они будут сражаться. Ага.